Более 50 услуг для бизнеса в одном месте. Многофункциональный центр в поселке Искатели открыл окно, где предпринимателям округа будут предоставлять государственные и муниципальные услуги. По идее разработчиков, новый формат обслуживания позволит бизнесменам экономить самый дорогой для них ресурс – время. У нас существует отдельно, видите, да, картинка, где указаны услуги для бизнеса. Нажимаем услуги для бизнеса и выбираем необходимые мне ведомства, где необходимые услуги. Вот, доставляю короче, нажимаю, получаю талон и иду непосредственно в первое окно, меня переводит электронная очередь и иду за получением данной услуги. Руководитель филиала многофункционального центра в поселке Искателей с удовольствием рассказывает о новинке. Бизнес-окно – это новый формат предоставления государственных и муниципальных услуг. Специально для предпринимателей округа выделено отдельное окошко, где можно получить полный спектр услуг. От регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до выдачи разрешений на установку рекламных баннеров. Была озвучена проблема в том, что на начальной стадии у человека возникает проблема в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день наши специалисты, которые будут работать в данном окне, будут конкретно производить консультацию по каким образом и какие документы необходимо предоставить для регистрации юридического лица или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. На сегодняшний день у нас налажена прямая связь с налоговой, то есть имеются контактные данные специалистов, которые будут нам помогать в этом. Помогать бизнесменам оперативно решить вопросы будет специально обученный сотрудник. Он может проконсультировать посетителя по 53 услугам – федеральным, региональным и муниципальным. По словам Виктора Хабарова, бизнес-окно может существенно упростить процедуру получения необходимых документов. Предприниматель, который строит первый в регионе сельскохозяйственный рынок, прошел не одну инстанцию, прежде чем забить первую сваю. Да, действительно, это отнимает уйму времени. По крайней мере, одно окно позволит решить эти вопросы буквально за короткий период со многими организациями. Я думаю, тем более, что руководитель заверил, что практически во всех ключевых организациях у них есть прямые контакты с руководителями. Так что я думаю, что для предпринимателей данная услуга будет очень востребована. По данным многофункционального центра, количество предпринимателей среди посетителей МФЦ небольшое – около 15%. Чаще всего они обращаются в центр по вопросам регистрации недвижимости по направлению деятельности Росреестра. Мы сейчас проанализируем деятельность нашего окна в течение какого-то определенного времени. И если будет необходимость, потребность, мы действительно поймем, что это очень важно, хотя мы сейчас понимаем, что это важно, мы откроем окно и, я считаю, в городском офисе, как-то будем расширяться. В планах учреждения расширить перечень услуг, добавить в список услуги финансово-кредитных и страховых компаний, а также некоммерческих организаций. Валентина Чибичик, Вадим Сосюк, телеканал «Север».